Здравствуйте, дорогие первокурсники! От лица кафедры иностранных языков рада поздравить вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Вы поступили в ТУСУР, один из ведущих вузов нашей страны, и это высокая честь и одновременно большая ответственность, с которой вы, несомненно, справитесь. Современное образование постоянно требует движения к новым высотам, и сегодня изменилась роль иностранного языка в образовательной системе. Из простого учебного предмета он превратился в базовый элемент компетентностного подхода и, главное, в средство достижения профессиональной реализации, вашей самореализации. В ТУСУР сегодня взят курс на глобальный тренд знания иностранного языка как весомого аргумента в карьере человека. И наша кафедра делает все возможное, чтобы помочь вашему росту и развитию вашей иноязычной компетенции. Территориально кафедра иностранных языков расположена по адресу улица Вершинина, 47, первый этаж, левое крыло, а также по адресу улица Гагарина, 9, третий этаж, где располагается Центр иностранных языков и культур Лингва ТУСУР. На базе кафедры в рамках бакалавриата и специалитета вы будете изучать на первом и втором курсе дисциплину «Иностранный язык», а позднее в рамках факультатива дисциплины «Бизнес-курс иностранного языка», углубленный разговорный иностранный язык, иностранный язык для академических целей. Кроме этого, на базе Лингва ТУСУР проходит обучение по программам интенсивной уровневой языковой подготовки, набирают группы для освоения актуальной и востребованной дополнительной образовательной программы переводчика английского языка в сфере профессиональной коммуникации. Также на базе кафедры действует English Speaking Club и реализуются различные культурные просветительские мероприятия интернационального характера. Адрес официальной группы кафедры иностранных языков ВКонтакте, где можно узнать последние новости и записаться на мероприятия, представлен на слайде. Начало очных занятий по дисциплине «Иностранный язык» с 14 сентября 2020 года. Обратите внимание на важный организационный момент. Если в школе вы изучали английский язык как первый иностранный язык, то приходите на первое занятие по расписанию группы. Если в школе вы изучали немецкий язык как первый иностранный язык, то находите в расписании по фамилии преподавателя Винокурову Нину Николаевну и приходите на первое занятие к ней. Если в школе вы изучали французский язык как первый иностранный, то связывайтесь с преподавателем кафедры Соболевской Ольгой Владимировной по телефону 8 913 881 17 33 и получаете информацию о дате первого занятия. Если вы изучаете русский язык как иностранный, то связывайтесь с преподавателем кафедры Сальниковой Марией Петровной по телефону 8 952 804 83 55 и получаете информацию о дате первого занятия. По всем вопросам обращайтесь к своим преподавателям, а также по электронной почте, адресам и телефонам, указанным на сайте университета и рекламных буклетов. Спасибо за внимание. Успехов вам!